сейчас я ее чуть-чуть допустим. Да. Девушки, дай Бог здоровья. События Бессарабской области не впечатлили лично для меня, потому что совершили полет на том зону полете, который, как мы ожидали, и уже было, где больше 15 лет работали. Вывели пациентку из районной больницы поселка Ровное. Эвакуация как бы требовала особой необходимости, потому что требовалось для пациента применение высокого поведения специализированной и специализированной помощи. Поэтому пациенту надо было срочно эвакуировать, особенно здесь акушерская ситуация, которая требует неотложной эвакуации. И в данной ситуации эвакуация, вертолет позволил эвакуацию осуществить буквально в 2-3 раза быстрее. Конечно, мы еще не считаем по времени, сколько делается эвакуация, но по моим ощущениям, это ускорило эвакуацию как минимум в 2 раза. Спасибо. Появился у нас в Саратове в виде вот такого нового вертолета, молодого, годовалого фактически. Да? Скажите, вы первый раз летели здесь по нашей территории, по Саратовской области? Добрый вечер, да, совершенно верно, летели первый раз в Саратовской области, погода была хорошая, всему маршруту доставили пациент весьма быстро, полет составил до точки обратно в течение часа, машина совершенно новая, правда, действительно, ну и за счет этого совершенно точно говорите, что получается доставлять пациентов весьма быстро, с высоким комфортом. Сегодня неординарные события. Сегодня саратовское здравоохранение начало летать к людям, где необходима помощь. Хочется вспомнить слова нашего президента, который сказал в конце своего доклада, когда обсуждалось финансирование здравоохранения. Он сказал одну вещь, что ничто не может быть ценнее человеческой жизни. Сейчас мы не говорим о затратах, мы не говорим о том, сколько что стоит и так далее. Мы можем доставлять и попасть в любую точку Саратовской области за считанные минуты, чтобы оказать профессиональными силами любую медицинскую помощь. Вот сегодня состоялся первый вылет в Ровно, неординарная ситуация с молодой женщиной, которая беременность. Да? У нее катастрофа в головном мозге. Буквально за 20 минут вертолет сумел долететь туда, за 25 доставил ее назад, и сейчас больной оказывается помощь уже в областной клинической больнице. Благодаря взаимодействию врачей и пилотного состава благодарим и надеемся на то, что это значительный вклад внесет в здравоохранение Саратовской области, и это не единичный акт, а постоянная основа взаимодействия.